Всем привет! С вами Михаил Панков и его картавая джиу-джитсу. В этом видео я расскажу о правилах баттерфляй гарда. Как в нем правильно сидеть, на что вы должны обратить внимание, чтобы ваш гард был силен. Мага. Это Магомед Матиев, и сегодня он будет моим ассистентом. Первое правило баттерфляй гарда. Я не сижу на заднице. Мои ноги одинаково слабые, мои руки одинаково короткие, я не могу его поднимать, я не могу заправить глубокий захват. Я хочу, чтобы у меня была сильная сторона, поэтому сажусь полностью на одно бедро. Одна ягодица оторвана. Мои колени максимально широко, чтобы его корпус мог сюда провалиться. Вот мое колено. Если мои колени будут смотреть ему в корпус, у меня будут проблемы. Я не отклоняюсь спиной назад, потому что если я буду сидеть здесь, он толкнет меня, завалит, я не смогу взять хороший гард. Таз назад, корпус вперед, колени широко. Чтобы он от меня не убежал, я должен контролировать его своими ногами. Мои стопы внутри его ног. Я прижимаю свои стопы к его бедру. Я не прижимаю ни в коем случае к его бедренной кости. Бедра. Стопы на себя, прижаты, колено максимально широко. Видите, получается очень плотное соприкосновение. Не сюда, вот сюда. Я беру два захвата. Базовые захваты – это отворот и рукав. За отворот я беру достаточно высоко, чтобы его ключица была между вот этими костяшками. Мой локоть достаточно высоко, чтобы он не мог ко мне прижаться, чтобы я его легко мог отжать. Я не хочу опускать руку вот так. Он может прижаться к ней. Бесполезный захват. Сильный захват. Не может прижаться. За рукав я беру, заправляя 4 пальца. Большой палец я внутрь не заправляю. Я стараюсь контролировать верхнюю сторону его руки. Тогда ему тяжело избавиться от захвата. Чуть подвигайся. Контроль. Как только моя рука взяла захват сбоку, он легко избавляется. Отворот, рука. Я не ложусь на спину, я ложусь на бок. Бок – это где мои ребра. Мои колени максимально широко, я лежу на боку. Мой таз убран в бок. Он не сможет меня раскатить на спину. Даже если надавит руками, я все равно останусь на боку. Это очень важно. Если вас раскатили на спину, то прыгучие люди легко опрыгнут в гард. Ваши стопы все время должны быть прижаты к его бедрам. Как только вы потеряете захват, у него появится больше свободы. Особую роль в баттерфляй гарде выполняет нижняя нога. Моя нижняя нога берет крюк на его дальней ноге. Крючок я беру не в подколенном сгибе, здесь еще легко от него избавиться. Я беру свой крюк максимально близко к его стопе. И, очень важно, я тяну вот это колено к своей груди, вытаскивая его ногу. Я все время должен сохранять эту тягу. Во-первых, это не позволит ему сделать бэкстеп. Если он пытается сделать бэкстеп, сейчас не вытащу. Его нога останется здесь, не позволит ему обойти. Контроль этой ноги не дает ему встать. Я тащу ногу к себе, это мешает ему подняться. Верхняя нога максимально широко. Контроль. В любом карде нужно двигаться, чтобы сохранять контроль. Баттерфляй гард не исключение. Вот эта сторона, где моя нога высоко, является моей сильной стороной. Поэтому, если мой соперник двигается в эту сторону, у него проблема. Я буду его поднимать, я его контролирую, я буду его переворачивать. Это хорошо для меня. Чтобы ваш гард был сильный, вы должны двигаться, чтобы ваш соперник вас не обошел. Вот эта нога у меня сильная. Если он двигается в ту сторону,
Мне очень легко. Я буду его поднимать, выводить из равновесия, переворачивать. Нога сильно. Если он будет двигаться в ту сторону, у меня могут возникнуть проблемы. Поэтому я очень внимательно слежу за своим оппонентом. Если он начинает двигаться в ту сторону, я двигаюсь за ним. Обратите внимание, я все время двигался на боку, мои ноги были внутри его ног, мои колени были максимально разведены в сторону. Как только вы потеряете один из этих пунктов, ваш гард начнет сыпаться. Это очень важный фундамент, без него бутерфляй гард не работает. Сижу на бедре, ягодица оторвана. Колени максимально широко. Отворот, рука. Ложусь на бок. Стопы прижаты к его бедрам, колени максимально широко. Крючок рядом с нижней стопой. Подтягиваю его, тягу сохраняю, колени максимально широко. Локоть смотрит вверх. Крючок нижней ногой. Максимально близко к стопе. Тяну стопу к себе. Я все время должен сохранять тягу. Если я расслаблю, он тут же вернет ногу на место. Поэтому я беру низко, тяну и сохраняю тягу. Попытайся выбрать ногу. Сильный крюк. Соблюдая эти правила, вы сделаете свой бутерфляй гард крепким и сильным. И в дальнейшем вы сможете использовать техники, которые я покажу.